Всем привет, это канал Красного Герцога, и мы продолжаем покорять галактику. Итак, у нас сегодня по программе «Война в небесах». Будем бить пробудившееся зло. Надеюсь, у нас получится уложиться в одну серию. Давайте сначала вот так. Да... Вот придурки-то, а. Тут как раз, блин, на очереди стоит осуждение обеих империй, которые урон пробужденным империям плюс 25%. Нет, придурки влезли со своей, блин, чрезвычайной мерой, блин. Козлы, господи. Ну вот насколько тупо ведет себя компьютер периодически. Ну это просто вот слов нет, одни эмоции. Ой, господи. Ладно, поехали. Значит, давайте сначала мы, наверное, четвертый наш флот подгоним. Он немножко меньше по размеру, но тоже неплохо. Сколько у нас тут получается? 100, 100, 114, 67. То есть 370 тысяч. Вот. Плюс еще здесь на 50 тысяч база. Ну, к сожалению, вряд ли мы, да, как я уже говорил, по-моему, вряд ли мы сможем вытащить их на наши территории. Но. Хоть так. Так, тут хочет с нами коммерческий пакт заключить. Да, пожалуйста, мы теперь добрые, мы на все согласны. Корпорация открывает у нас филиал. Флаг ей в руки, барабан на шею. А мы собираем всю нашу орду. Так, нет. Вот так. Да? И выдвигаемся, например, вот сюда сразу, да? Здесь они у нас болтаются. Или сюда. Давайте, наверное, да, сюда. Подгоняем следом наши транспорты с войсками. И, наверное, где у нас тут вот наш висит научник. Научник. Давайте мы его закинем. Наверное, тоже... Нет, вот сюда его закинем. Жалко, медленный у нас джаггернаут. Кстати, да, я же джаггернаут забыл посчитать. Я его забыл отправить, извините. Еще 44 тысячи. Неплохо, неплохо. Так. Ага. Ага. И летишь ты, товарищ, у нас куда? А ты отсюда улетаешь. А, кстати, да, я же скорость забыл поставить. Или нет? Нет, наоборот, он развернулся. Сюда летит. Так. Что-то мне это не нравится. Давайте мы немножко все-таки сделаем по-другому. Вот сюда вас всех отправим, а потом уже решим на месте, куда лететь и как быть. Я надеюсь, что они все-таки это разобьются. По крайней мере, какое-то время у них летал 200-тысячный флот отдельно. И его можно было бы тогда неплохо нахлобучить. Так сказать, по частям. Вот на две части они уже разбились. Давайте еще на две, и будет совсем хорошо. Куда идете отсюда? Никуда, да? Просто в системе хотите повиснуть. Так, давайте дождемся карателя и, наверное, все-таки вот это вот вынесем здесь. Хвосты подчистим. Ты смотри, намылились. Всей толпой. Я, кажется, да. Это будет смешно. Интересно. Так. Сейчас будем бегать друг за дружкой, да? Давайте подумаем. Сунуться, не сунуться. В принципе, если что, есть куда уйти. А давайте попробуем. Интересно, у нас здесь есть армия. Но тем не менее.
Все-таки жуткие тормоза, конечно. Мы пойдем на хвост. Улетели. Ага. Beginning attack run on enemy station. Пошла разборка. Оп, мы как ее поджарили. Готово. Так. Теперь немножечко бомбежки. Успела она нам что-нибудь сделать? Нет, ничего не успела сделать. И сразу высаживаемся. Пошла жара. Ну, ребята, кстати, прокачаны. Но у меня психи тоже, в общем-то, 24 максимальный урон. Так что мало не покажется. И не надейтесь. Так, а ничего у нас нет. Здесь ничего не образовалось. Нет, с такими, конечно, лагами тут, блин... А, ну это сохранение прошло, ладно. Так, а теперь ты куда? Прямо куда-то полетел. Что же строит он межзвездную ассамблею? Интересный такой. Так, куда-то ты чешешь прямо... Прямо наверх. Хочешь мне в тыл зайти, значит, да? Давайте, добивайте, дожимайте. Нам надо срочно лететь дальше. Ну. Все, готово. Мы захватили планетку. Что-то тут сломали сразу. Ну, в принципе, ничего особенного тут нет. Работнички. Так, ладно, значит, мы вышли на орбиту снова. А, вот так давайте. Всех. Нет, всех нельзя, да? Так. Раз, два, три, четыре, пять. Громоздкая структура. Сейчас он чуть-чуть отлетит, чтобы там не попадать под базу. Оп. И мы пойдем следом. А неплохо, кстати говоря, станция-то у нас получилась. 20 тысяч, а? Нифига ж себе. В принципе, можно даже, наверное, зарядить сразу оборону, немножко еще поднять, а? 4, 5, 6, 7, 8. Вот так вот. Кстати, да, я поставил такие на некоторые наши корабли... новые щиты, потому что, к сожалению, не эти удалю. Не на все они влезают, все-таки это маловато запас энергии. Где-то влезает, где-то нет, где-то пришлось заменить усиление щитов на усилитель реактора, чтобы хоть сколько-то их воткнуть. Но, тем не менее, какое-то количество этих щитов понаставил. Так, а здесь у нас еще... технологический мир можно подкачать. Стоп, пауза. Захватили. Теперь, как говорится, вопрос, куда лететь? Могу нарваться и там, и там.
А, они сюда вернулись. Главное, шустро-то как? А, через врата, да? Через врата. Так, а где у нас врата? Они через врата пролетели, да? И куда-то улетают. И развернулись. И полетели в обратную сторону. Как бы не заперло нас там. Очень не хотелось бы влететь в эту компанию. Так, а тут у нас две планеты, да? Ух ты, 2000. Ух ты. Что-то как-то стрёмно даже. Ой-хо-хо-хо-хой. Так. Надо осторожно как-то все это делать, так, чтобы не попасть. Ты прям совсем тормозной, да? Так, а где батл с чем? Тут у нас батл-то может вообще быть-то. Нет, ни с чем. А, отвоевали уже, да? Вот, мы ее срочно надо ее захватить, пока она пустая. Ну, никаких движений. Ребят прямо напрашиваются. Ну давайте, раз напрашиваются. А, да, не можем, правильно, пока они не захватят планету. Пока не захватят, я не смогу улететь отсюда никак иначе, как тем же путем, как прилетел. Висите, висите. Так. Что-то моих бывших союзников, что-то они все вот 100 тысяч здесь висит. Что оно здесь висит? Давай присоединяйся. Соберем большую толпу и сможем дать им по лицу. Черт, опять паузу забыл отпустить. Вот прям совсем огрызки какие-то остались. Вот, хорошо. Вы все еще висите? Все еще висят. Отлично, тогда мы летим дальше. Вот сюда. Чтобы нас неприятно не обрадовали выпадением из врат, опять же. Ну, я смотрю, они крепко тут засели. Не решили никуда не уходить. Хлоп. Хлоп. Так. Все, пропало. Ага, вот теперь можно засылать научника. Так, здесь у них тоже есть планета, да? Тоже есть планета. Тоже с гарнизоном.
ее надо обязательно успеть захватить. Так, продать я не то сделал, пардон. Так, рост безработицы, это там фиг с ним. А все еще висите? Все еще висите. Нет, улетают. Но не во врата. Отлично. Я рад. Так всегда и поступайте. Так, где наш научник? Вот наш научник. Изучить. Посмотрим, что там у нас интересного. Да, врата надо закрывать. Initiating ground assault. Ну это да, это мелочь. Это ни о чем. Это кузницы. Но, к сожалению, вот эти все центры забили. Вся эта красота не перейдет ко мне. Увы. Вот это, конечно, огорчает в этой игре. Было бы неплохо завладеть технологиями древних. И не, точнее, не только технологиями древних, но и их постройками. А у нас убили генерала. Сволочи. Или нет? Какой-то другой генерал, видимо, помер. Ну так, ничего, да. Давайте, ребят, присоединяйтесь ко мне. Будем бить их. Нет, не хотят присоединяться. Все хотят поодиночке работать. Да, вот особенно вот этот адский флот 1800. Он-то всем покажет. Так, что же делать, что же делать? Давайте отхватывать те планеты. Да, блин. Тут как бы вариантов-то больше особо немного. Вот эти вот. Да, какой-то другой генерал умер. Выйдем на орбиту. А, пока они где-то там все тусуются. И куда-то все дальше и дальше улетают. Не, я рад, ну хорошо. Хотя, если, конечно, они бы оставили один флотик, я был бы еще больше рад, но хотя бы так. Так, 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 что-то я хотел. А, ну я хотел нажать на паузу, пробежаться по планетам. Тут у нас один золотой скучает, ладно. Скучай, элитка. Ромочка. Ромочка у нас тоже уже раскачалась наконец-то. Что не может не радовать. И, кстати, да, нам торговцы продали такую штуку, да, должности штрицов, должности торговцев. Давайте поставим, чтобы было. Для красоты, так сказать. Так, а здесь у нас... А, вот оно что. Это мне эти планеты их присобачили, да? Они ж теперь мои, ну да. И мне типа с ними надо что-то делать. Ну, кстати говоря, слушайте, я был не прав. Он сингулярность 4 класса какая-то. 250 энергии производит каждый. Охренеть. Межпространственный изготовитель. Слушайте, а? А мне нравится захватывать планеты древних. Очень нравится. Небесные чертоги, жилье 20. Офигеть, а чего вы поломались-то? Автокузница, автокузница, автокузница. Межпространственный изготовитель. Мне нравится. Заменить я могу только на что-то обычное, да, свое. Так, это интересно. Это очень интересно. Так, присвоена земля дважды.
У меня куча рабочих. Счастье минус 20. Не нравится вам, да? Так, ну давайте мы, наверное, ремонт. Ремонт. Или нет, сколько у нас? 74 там, где у меня? Тут где-то была планета из новых. Вот. А, ну да, как раз до конца можно. Так. Точнее, почти до конца. Последнюю не могу отремонтировать. Это у нас тоже ихняя же, да? Вот тут энергии много. А тут, кстати, минеральчиков можно было дофига настроить. А они все в жилье выбухали. Ну ладно. Так. Это кузницы, да. Ремонт. Ну давай улучшись. Пару районов здесь тыкнем. Кстати, да, здесь просто нельзя ремонтировать, он не дает. Так, и все что ли? Я разве две планеты только у них захватил? Нет, я, по-моему, больше у них захватил. Курортный мир, кстати говоря, ничего особенного здесь построить нельзя. И ситуация мне, честно говоря, не очень нравится, потому что жилье строится, опять же, только вот эти роскошные жилища и все. Ну, я понял, почему я ее не делал. В общем-то, это дрянь, не планета. Так, раз, Аша. Два, Джонус. Ни та, ни другая, да? Вот, резерв и кур. А эти почему тогда? А, вот Аша, да, бюрократическая. Да. И как там вторая? Джорус. Джорус. Вот он. Жондус. Генные клиники, гражданские предприятия. Ремонт. Ну давай вот так. Посмотрим, что из этого получится. Debris analyzed. А мы вот что мы изучили. Отражатели из темной материи, энергия темной материи и тяга на темной материи. И что самое прекрасное, да, вся эта хрень у нас теперь есть. Вот здесь, и мы можем ее изучать. А когда изучим, сможем ею пользоваться. Даже если мы больше не сможем изучить ни один из обломков. А мы сможем еще вот здесь как минимум. Не, ну пока все достаточно неплохо идет. Тут еще бы флотик у них, я говорю, откололся бы один. Был бы вообще замечательно. Просто был бы праздник. Ну, конечно, в одну серию мы точно не уложимся с этой войной. Главное теперь для нас что? Главное для нас теперь успеть покончить с обоими пробудившимися до того, как придет кризис поздней игры. Вот это будет очень нехорошо, если они придут, когда мы еще здесь будем возиться с этой хренью. А где это у нас тут? А, это вот тут мы наконец-то влетели, да, и бьем прямо по станции. Жарьте ее. Если у них там где-то в тех краях еще есть врата, сейчас мне тут прилетит. Это будет эпик фейл. Так, а что-то у меня упало опять. Размер войск. Ой, в смысле этих сил флота. Вроде отбоев никаких не приходило. Отмена указа в смысле. Потерял корвет. Я потерял в сражении корвет. Это ужасно. Так, ну да, врата остаются за ними.
Это не есть хорошо. Нет, не изучить систему, изучить проект в системе. Как у нас тут продвигаются дела? Дела продвигаются медленно. Чтобы врата отхватить, нужно захватить планету. Ладно, пойдем дальше. Пока так. Делать нечего. А, вот. Вот так вот, значит, решили, да? То есть под шумок. Под шумок свалиться и отхватить планету, которую я так долго бомблю, да? Ах, падлы. Вам здесь не рады. Пришлось вписаться в разборки. Ну, пусть он эти... товарищи помирают за меня. Я надеюсь, что за меня, что не отдадут им планету. Так, все, нас выперли. Они захватили эту планету себе, да? Точно, уж себе забрали. Нормально так. Сколько мы над ней бились, сколько мы над ней трудились, а они взяли и забрали ее себе, потому что они первыми высадили армию. Это нормально вообще? Так, а у нас завершен один очередной этап мира кольца. Вот, блин, так, ладно. Давайте посмотрим, что у нас тут с миром кольцо. Вот у нас построилась наконец-то эта секция. Вот они, красота какая. Континентики на мире кольце. Да. Огромная. Огромное сооружение. Кстати, очень рекомендую, если кто не читал, почитать книгу Ларри Нивена «Мир кольцо» с продолжением «Инженера кольца». Очень-очень интересное произведение, на которое, событие которого происходит как раз в «Мире кольцо», как нетрудно догадаться из названия. Там очень много интересных именно технических, так скажем, подробностей об этом сооружении. Так, у нас еще одно где-то, да? Целых три. Это нехорошо, что оно пропадает. О! Я так эти технологии изучу прям вообще не тратясь на ученых. Так, нету. А, вот они. А, падлы мне вассала моего плющат. Я забыл совсем, что у меня тут вассал. Вот они что задумали, скоты. Ну ладно. Хорошо. То есть пока мы бьем их по коренным мирам. А вот это, кстати говоря, уже машинные миры. Вот эти вот системы две. То есть я их центральные миры все захватил. Планеты сейчас обрабатываю, что называется. Вот. А они в это время значит, вассалов моих обижают. Ну-ну. Ничего-ничего. Весна придет. И сразу станет ясно, кто в чем виноват. Так, ребят, давайте здесь заканчивать на самом деле, потому что мне уже надо... Мне уже надо следующую. Так, а сколько у него здесь войска? Ну, здесь войска 1600. А, высадился уже. Полетел, что ли? Или улетел? Я вот этого не понял. Нет, вот он висит. А, он здесь вот висит, да? 1200. Вообще не очень много. Debris analyzed. Отлично. Так, а мы тем временем захватили еще одну систему. Давай сюда, что ли. Что у нас здесь по армии?
нет армии. Тут смешно, тут смешно, тут смешно. Так, ладно. Пусть там бомбят. О, господи, пираты. Пираты, сколько вас? 1200. Блин. Вот не люблю я это дело. Я, кстати, вырос. Выросло у меня этот объем флота. Можно, конечно, сейчас по-быстренькому было подстроить. Кстати, промышленный мир. Ну, наверное, да, еще. День 10. Вот. Так, можно было бы что-нибудь по-быстрому построить, пойти их там покарать. Я хотел вот что. Надо срочно забрать эту планету, пока сюда никто не нагрянул через врата. А там фиг с ним, пусть вбомбим их и пусть забирают эту планету. Наш подлый союзник. Мы им еще припомним эту подлянку. Так, взяли, хорошо. Сюда. Блин, не хочу я с ними связываться, со всей толпой, но похоже придется. Вот еще бы с вами, ребят, скоординироваться. У нас тут 200 тысяч армия. И это будет интересно. Так, прочность брони. Давай поставим, на самом деле, тягу на темной материи учить. Куда вы вообще так целенаправленно рванули наверх? Просто здесь повисеть, да? Хорошо, значит, мы сейчас здесь тогда их забьем и тоже здесь с вами повисим, да, вот. Летим сюда, будем здесь висеть и ждать. То есть у нас более-менее равные силы будут есть шанс надавать по шеям. Хотя, конечно, я бы сюда зашел. Они тут все. Все планеты отхватили. Initiating ground assault. Victory shall be ours. Обязательно. Без этого никак. Без Виктории нам нынче нельзя. The enemy is targeting one of our stations. А, ну тут вот подошли союзнички. Отлично, молодцы. Спасибо им за это. Помогли решить проблему с пиратами. Охо-хо-хо-хо. Так, ну хоть одного-то мы сегодня, а? Ну, дождемся эпичного боя. Кредиты. Реактор на темной материи. Да. Ну, кстати, еще и отражатель на темной материи. Но мои все равно хочу. А вот реактор мне нужен. Обязательно. Реактор мне обязательно нужен. Так, я смотрю. Нет, они решили не усаживаться. Ну ты глянь, а. Ладно, мы тут добили все. Отлично. Пошли освобождать эти планеты. Там пусть бомбят. Наверное, даже вот что мы сделаем. Мы, наверное, пиратский патруль снимем. Пусть там каратель добамбливает. Ага. Давайте, ребят, все сюда, все. Так. Вот вы уроды, а? Вот вы уроды. Эти сюда, а эти сваливают. Да ты посмотри, что делают, а? Ты посмотри, что делают. Они хотят, чтобы, видимо, я с ними, да, разбирался за вас. Подлые машинные души, а? Так, мы тем временем еще немножко закрыли. Авацивин. Так, рост безработицы. Почему у нас рост безработицы на Авацивин? Давайте посмотрим.
Так, а почему у нас население здесь падает? Потому что оно... Так. Чё-то я нифига не понял. Интересно, ну ладно. Жестянки подлые, ну что вы делаете-то, а? Ну вот, какашки. Вот так вот сделаем, сядем на хвост, будем с ними летать вместе. Хотя нет, на самом деле, давайте мы вот эту вот догоним и надаем по-всякому. А то что оно тут? Даже не знаю, что построить-то, господи. Давайте биржу построю. Пусть будет здесь биржа. А, это войска, они с планеты, кстати, подстраивают. Они вообще куда-то улетают. Куда вы полетели? Можете объяснить? Я лично уже ничего не понимаю. Дебри анализирован. То есть просто все взяли и свалили. В неизвестном направлении. Нормально ход, чё? А я вот эту планету как-то проигнорировал и пролетел мимо, да? Это я, конечно, молодец. Приняли протеанки, замечательно. Мы будем теперь охранять тиянки. Ура, ура, ура. Но я, тем не менее, очень хочу резолюцию. Дайте по шиям павшим. Падшим, точнее. А, нет, не могу. Блин. Так и мечу сюда-сюда. Ну вот не хотят, не хотят. Не хотят дать нам возможность посмотреть на красивую бойню. И эти не хотят, и те не хотят. Никто не хочет. Все разлетаются в разные стороны. Войны не будет. Все хотят мира. Блин. Такая армада. Чё шляетесь? Куда, главное? Я тут понять одного не могу. Куда вы летите? Эти тут планету обрабатывают. Ой, чудилы. Initiating ground assault. Victory shall be ours.
Our warriors are victorious. Отлично, захватили. А нет, кстати, моя планета теперь. Да, планета теперь моя. Машинам ее не вернули. У них здесь уже и не было, да? Ладно. Раз так, то ладно. И мы уже забрали реактор на темной материи. Отлично. Что тут скажешь? Я могу его заапгрейдить, поставить. Это очень хорошо. Отлично, еще одну планету забрали. Остатки машин мы тут тоже подутили. Ух ты, как тут все плохо. Все снесли, ну ладно. Так, здесь еще одна с кучкой армии. И здесь еще одна, да? Да, забрали они эту систему. Целиком себе машинки, да, я получается у нас. Так, а мне вот эту планету надо забрать обязательно. Но я уже не успею, похоже. Я, похоже, уже не успеваю. Можно, правда, плюнуть на все и вот так сделать. Чтобы не было уж разрыв, у нас и так здесь разрыв получается по владению. Не успел. Они начали высаживаться. Ну ладно. Движений нет, так и висят там. Отлично, Warriors are victorious. Так, не высадились? Еще тут. Собираются силами только. И оп, наш генерал погиб. А, нет, это не наш генерал. Ну, зачем разбивать свои войска на части, а? Так, куда делись-то? Где мои орлы? Орля ты? Вот они. Блин. Ну вот и как мне быть? Ну вот как мне быть? Вот зачем ты сюда прилетел? Огрести, не иначе. И ускоритель мы тоже изучили.
Прекрасно. Давайте урону взрывчатого возьмем. Давайте, давайте, давайте. Что ж так медленно-то? Ну, прям вот зла не хватает. Ты сейчас огребешь. Ты сейчас огребешь. Отражатели выучили. Все, мы все выучили. Мы взяли от спящих все. Теперь сюда. Да. Больше нам от них ничего не нужно. А, ну тут вот как раз уже вовсю идет войнушка. Кстати, походу огребут. Огребут, ребята. Вовсе не обороняющиеся. Ну ладно. Фиг с ними, как говорится. Блин, ну 150, даже больше тысяч пропадет же. Ну, кто так делает? Не, это вот толпа, вот чё она тут болтается? О, зашевелились. Так, а, ну еще очередная раса стала псиониками, мы рады за них. Видите, тут висят, блин, всей своей 100-тысячной толпой. Чё вы тут висите? Ну летите уже, летите, голуби. Тут еще под сотню. Все ерундой какой-то заняты. Делят шкуру неубитого медведя. Оп, ну и вот он, собственно, сейчас огребает, да? Ну вот, вот, собственно, тупость ИИ, оно, как говорится, демонстрируется нам во всей своей тупой красе. Вместо того, чтобы вместе со мной, понимаешь, сюда прилететь, когда была такая возможность, нет, они дождались, прилетели одиночку и огребли. Сто тысяч слива в никуда. Ух. Машем ручкой. Все. Как скучно и быстро все закончилось. А у него что называется, вот. Чихнули на них слегка. Нет, я туда теперь не полечу. Извините. Тоже армию свою размотал в этой гонке, блин. Всю. Архитектурное возрождение нам надо. Еще бы. Our warriors всегда victorious. Так, а тут я так понимаю, как я и предсказывал, такие огребли, да? А, еще нет. А, ну новых навезли. Рабов притащили. Ну ладно, забирайте, забирайте. Ну и кто-нибудь подойдет ко мне сюда? Нет? Сваливают. Им зачем? Им без надобности. Они слились, и им хорошо. Ой, кошмар, цирк конями. Эти тут висят по-прежнему. Все закончилось, мужики, что висим?
двигайте уже куда-нибудь. Блин, я так хотел успеть сегодня закончить хотя бы с одной империей, но, видимо, не судьба. Видимо, не судьба. Поэтому, наверное... Да, наверное, давайте на этом закончим за сегодня. Вот. Попробуем завтра все-таки тогда. Может быть, за кадром я дожму эти две системы. Три. Вот. И я надеюсь, вся эта шваль соберется таки уже бить сюда. Бить остатки вражеских флотов. Точнее, собственно, вражеские флоты, которым пока еще никто ничего не сделал. Вот. Ну, в общем, вот так. Мы получили административный... А, вот, мы... Ага, вот, смотрите, как напоследок. Планету отвоевали другие, да? Но передали ее нам. Причем обе планеты в системе. И это прекрасно. Спасибо всем. Всем спасибо, все свободны. Хорошо. Так, а эти две мы уже сами тогда заберем. Вот такая вот получилась у нас первая часть «Войны в небесах». Несмотря на то, что флот мы пока так даже и не царапнули, вражеский, мы практически всю его территорию захватили. Ну, точнее, всю его материнскую территорию точно захватили. Осталось у него здесь две планеты и наш бывший вассал, две системы. Точнее, две системы, две бывшие системы нашего вассала. Вот так. Вот. Ну, а на сегодня это все. Всем спасибо и пока.